Ты пытала мой народ! Виноват! Иди сюда!
сдохни! Чудовище! Убила! Это Курт Уайт. Я веду свой репортаж с места, где прошел ожесточенный бой между войсками ДЭС и небольшой группой биотеррористов. Сейчас вы видите, как огромное здание, построенное ДЭС, тонет в ледяных водах залива Пьюджет Саунд. Очевидцы утверждают, что выжила только глава ДЭС Августина Брук. Видели, как она направлялась к бетонной башне, которая стала штаб-квартирой ДЭС почти 2 недели назад. Пока, к сожалению, все наши попытки связаться с мисс Брук не привели к успеху. Мы будем держать вас в курсе. К нам непрерывно поступает сообщение о митингах, на которых сторонники ДЭС требуют любой ценой подавить мятеж биотеррористов в Сиэтле. Это были новости в прямом эфире с Куртом Уайтом. Редж, прости, ты прав. Ты говорил, что Хэнку нельзя верить, но я не слушал. Но я клянусь, этот ублюдок мне заплатит.